Привет. Я хочу сейчас испечь хлеб, но весь процесс я показывать не буду. Я только сейчас немножко расскажу. Потому что, когда вы что-то готовите, а тем более хлеб то или тесто, лучше помолчать и молча все это делать. Я использую вот такие вот дрожжи. Они стоимости где-то 5-6 долларов. И в Walmart они продаются почти во всех магазинах. Или вот такие, если у меня вот такой баночки нету. Вот это выходит как-то дороже, поэтому я покупаю в банке обычно, если есть. Вот и стоимость вот этих где-то $1-2, наверное, в Walmart. Ну, в других магазинах тоже может быть и другая цена. Вот это столовая ложка, ну вот она у меня в таком виде. Я использую ее для того, чтобы мерить дрожжи. И соль. Это у меня чистый бокальчик. Он только у меня предназначен для, чтобы разводить в нем дрожжи. Больше я им не пользуюсь, только для этого. Здесь соль, у меня белая соль закончилась, поэтому я такую использую. А вообще лучше, конечно, белую. Вот это у меня остатки, когда я еще сладкое ела. Ну, я и сейчас тоже иногда ем, но уже не в таких количествах, как раньше, и стала чувствовать себя намного лучше. Я добавляю вот сюда вот немножко капельку, чтобы дрожжи быстрее там, ну, чтобы им пища была. Теперь вот этой ложкой я мешаю в стеклянной. Там какие-то пупырышки есть, и раньше я вот этой железной мешала, но потом перешла вот на такую деревянную. Чтобы там вдруг осколки или еще что не было. Так. Ладно, с муки начну. Вот эта мука у меня уже заканчивается. Я немножко вот здесь вот подрезала, потому что у меня вот этот вот мешок, он... Когда на кассе я уже увидела, что он немножко у меня этот порвался там. Ну, он был, наверное, такой. Я его, вот этот мешочек, пересыплю вот сюда. Я первый раз буду использовать три вида муки. Вот эта мука, она белая, что ли, какая-то. Да, вот эта вот мука белая, грубого помола. Вот эта вот какая-то серая, она вот на вид серая, грубого помола. Вот из-за этого пакета мне пришлось сделать, разделить. Я бы вам показала, как я смешиваю вот эти вот три вида муки. И покажу вам только один. Вот этой мерной крышкой я еще отмерю вот этого один и вот этого один. Одну кружку этого и одну кружку этого. И две кружки этого. Ну, мне нравится такая пропорция. Ее можно постоянно менять, эту пропорцию. А вот недавно, пока я вот вчера не раздобыла вот эту муку, то я вот только это и пекла. Но все равно вкусно. Я не забыла выставить здесь пленку, которую я, когда перемешаю всю муку с солью, с дрожжами, с водой, я ею накрываю. Ну, ничего, всем и так понятно. Может быть, я сейчас ее вытащу. Сейчас терпение. Да, вот она. Вот я ее забыла выложить. Ею я накрываю. Тесто дрожжевое. Я использую вот такие детские одеяльца. Я их специально покупала, чтобы печь хлеб. Они у меня, вот как с магазина принесла, постирала. Вот только я использую их, чтобы накрывать тесто. Чтобы в тепле было тесто. Что еще я забыла? В общем, как я сейчас поступлю. Я это все не буду показывать, потому что я буду это все делать молча. Сюда я налью теплой воды, горячую с холодной, смешаю, у меня там кулер стоит. Насыплю чайную ложку, ой, столовую ложку дрожжей. Чайная ложка, она вот на три таких, на три кружечки это чайная будет ложка. А на четыре и больше я кладу вот такую столовую ложку. Насыплю в муку соль. Сюда я приготовила еще одну чашку для того, чтобы здесь была чистая теплая вода.
Если будет не хватать, ну, она и понятно, что вот этой воды мне не будет хватать с дрожжами. Поэтому я буду доливать. Иногда мне не хватает, иногда у меня и это остается вода. Вот с этой кружки я буду доливать. Они идентичные. У них размер один, на вид они разные. Ну все. Как-нибудь я не смогла сейчас. Я хотела установить треножку свою, вот ту, которой не пользовалась ни разу, световая. Не смогла я ее установить. Там, наверное, что-то нажать надо, чтобы там она раздвинулась. Поэтому мне приходится рукой снимать все свои заготовки, а потом я уже буду делать тесто. Это шаг первый. Шаг второй я потом еще покажу. А третий шаг я уже этот ролик выкладывала под названием «Домашний хлеб». Ну, пока.